12 мальчишек и девчонок из Северного Казахстана поедут этим летом в Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Там их ожидает встреча с президентом Республики Казахстан. Представят нашу область, потому что там ждет их очень много интересных праздников, конкурсов, фестивалей, спорта, творчества, дружбы. Ребят выбрали мы руководителей образования, самых достойных, самых интересных. Это победители олимпиад республиканских, международных проектов, спортсмены, творческие дети, лидеры, дебатеры. Один из участников – 12-летний Максим Иванов. Он отличился и в учебе, и в спорте. Занимается баскетболом, уже имеет некоторые достижения. В городе Тюмень мы занимали первое место и сразу же в городе Екатеринбург – третье место. Областные соревнования в городе Петропавловск проводили второе место и ездил на чемпионаты Казахстана. Именно в лагерь, да, я еду в первый раз, ну и сразу такой ответственность такая, поэтому очень хочу поехать. Ильхат Зарапов – активист. Ни одно школьное мероприятие без него не проходит. Участвует он и в олимпиадах, и в концертах, и в спортивных состязаниях. Подросток занимается волейболом. Однако в будущем хочет стать бизнесменом. Ну, я думаю, связать бизнес с спортом, как бы, чтобы спорт будет всегда, Олимпийские игры. Я хочу развивать это, сделать, ну, как бы сказать, два в одном. Я узнал об этом недели две назад. Я очень обрадовался, потому что лагерь «Балдаурен» не каждому суждено туда поехать. Выбирают только лучших и активных. Я считаю, что я активный, позитивный человек, из-за этого поехал туда. Отбирали ребят со всей области. В итоге участие примут школьники с 5 по 8 класс из города Петропавловска, Кызылжарского и Жамбылского районов. Мы ежегодно отправляем порядка 300 детей. Вот эта вот смена, все дети, которые сейчас были, они практически все, порядка 20 детей, вот поедут в первый сезон. Ну, там предполагается будет, возможно, встреча с главой государства. Поэтому, я думаю, для них это особенно будет сезон. Они запомнят надолго его. Вот, и смогут задать вопросы, смогут встретиться, смогут поучаствовать в этом большом, хорошем мероприятии, которое, думаю, оставит впечатление на всю жизнь у них. Отправятся в лагерь отдыха дети 27 мая и пробудут там 15 дней. Диана Салихова, Азамат Баймукан, МТРК.